Тема сегодняшней лекции – современные проблемы человека. Ну, раз мы целую лекцию будем об этом читать, давайте вспомним, что такое человек, кто может сказать человек, это как определяется человек. Как узнать, я человек или нет? То есть кто может дать определение человека? В общем-то, в целом правильно, конечно. Человек – социальное существо, безусловно. Но есть еще социальные животные, которые живут, так сказать, не в одиночку, а такой группой. Вот пчелы, например, да? Муравьи. Поэтому как вот тут человека это выделить из этого всего, из этих существ, которые не являются общественными, из таких животных? Человек это животное? Животное какое? Общественное. Так, ну надо его отличить, наверное, от муравьев и от пчел. Ну, вы понимаете, что для науки нужно точное определение, да? То есть не просто так вот, давайте, говорит, поговорим. Давайте с вами поговорим. Это правильно, это неплохо. Но надо иметь точное определение. Точное определение человека, что человек – это животное общественное, раз. Трудящееся, два. Говорящее, три. И разумное, четыре. Человек есть животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Причем вот этот порядок связан с тем, что вот только общественные существа и могут начать трудиться, а труд – это целесообразная деятельность, вообще говоря, по созданию материальных благ. Поэтому трудящиеся требуют и постановки цели, и общения друг с другом. И соответствующие их сигналы, поэтому и говорящие. Отсюда это вытекает. И только когда, только с помощью языка можно выразить мысль. Поэтому, когда мы сказали говорящие, еще и разумное. Потому что если это выразить невозможно в форме языка, то это непередаваемо. То есть, вот, допустим, я хочу вам что-нибудь передать. Вот я подготовил лекцию. На вас смотрю и как я вам это передам? То есть я должен выразить это в понятиях. И вот у Гегеля есть такое определение, что такое понять. Понять значит выразить в понятиях, то есть в такой форме, что можно передать другому человеку. А если я другому человеку передать не могу, это знанием назвать нельзя. Потому что какое это знание, когда это, так сказать, оно во мне и умирает со мной. И только когда его можно передать другому человеку, тогда это можно считать знанием. Вот, поэтому, ну вот из того же материала, который у нас есть, мы должны выбирать такие точные формулировки, которые надо запомнить. Почему? Их, во-первых, не так много, но, во-вторых, это своего рода такие узелки в нашей, так сказать, памяти и в сознании, которые позволяют свободно ориентироваться. Потому что если возьмешь не то определение, не то и получишь. Возьмешь правильное определение, значит, можно сделать правильные выводы. Ну вот у нас, я думаю, мы сегодня завершим такую часть наших лекций, которые больше относятся к историческим
предпосылкам современной философии и, так сказать, к особенным каким-то крупным тематическим проблемам. И будем вести речь о социальной философии. Вот как современные науки и по тем проблемам, которые в ней сегодня стоят и решаются. Так, и там мы, естественно, будем рассматривать определения, понятия и разбираться. Итак, современные проблемы человека. Антропоцентризм как принцип современной философии. Что значит антропоцентризм? Антропо – это человек, да? Антропология – наука, которая изучает человека. Антропоцентризм – это, так сказать, своего рода взгляд на мир, в центре которого, или, по крайней мере, в центре рассмотрения, да? Не в центре мира. Я думаю, что центр мира так вряд ли так можно сказать, что человек определяет мир и является его центром. А вот в философии может быть такой подход, когда вот центральной проблемой философии берется, так сказать, проблема человека. Вот 20 век в науке, культуре и философии характеризуется как антропологический поворот к человеку. Антропологический поворот связан с именами Соловьева, Шеллера, Плеснера, Бердяева и других. Он был вызван не столько реакцией против тотально научного подхода к человеку, сколько необходимостью изменения классической философии, которая абсолютизировала разум и сводила человека к абстрактной идее. То есть все-таки человека мы возьмем как идею или все-таки как общественное животное, вот в том определении, о котором мы с вами говорили. Не только разум и поиски истины, но и духовные переживания высших ценностей, стремление к любви, вере, надежде, нравственной солидарности отличают человека от животных. Рассматривая человека как культурное и социальное существо, философская антропология не редуцирует его психофизиологическим и социальным структурам, а считает разумным, свободным и ответственным субъектом решения и поступков. Ну вот я сказал культурное, употребил новое слово. А культура что-то? Кто-нибудь может сказать, присутствующий? Поскольку люди культурные, я думаю, они знают, что такое культура. Что такое культура? Я знаю, что вот вы сразу так среагировали, я вас попросил, вы сразу меня нашли. Видно, что вы человек высококультурный. А культурное что такое? Неплохо бы и знать, правда? Определение. Вот я еще... Все, что создано, да? Вот сделали газовые печи, там этих сжигают людей, да? Фашисты, и это вот и есть культура. Вот подпадает под то, что вы сказали? Все, что создано человеком. Потом сколько дряни и всякой создано. Это невообразимо много. Правда? Вот была, допустим, красивая река в Сибири. И на ней стали добывать золото с помощью драг. Вот эта драга идет, она весь этот берег, всю эту реку изуродует. Золото достанут и уйдут в другое место. И вот это кто сделал, если спросить, кто сделал вот это вот с природой? Человек. Или, скажем, Онежское озеро. Так, ну, оно загрязняется, потому что туда идут сточные воды со стороны ближайшего города. Ну, это кто делал? Это тоже человек. То есть... Я вам привел опровергающий пример, который говорит о том, что за определение вот эта культура нельзя взять. То есть то, что культура, это, конечно, это обязательно связано с тем, что создает человек, правда? Но определить так ее нельзя. Какие другие варианты? А? Культура – это уровень человека в плане
сознание, то есть мы как бы определяем, когда человек культурный и бескультурный, по его культурированности хотя бы. То есть вы, если человек знающий, то он культурный, а если не знающий, вот человек много-много-много знает, а действует, соответственно, вот тому, о чем мы только что говорили. Ну вот, например, вы же не скажете, что вот Гитлер не знающий человек. Ну, книгу написал человек, книгу... Вот вы написали книгу, нет? Так а что, он культурный, а вы не культурный, что ли? Так? Ну, он обладал же культурой. Как-то так получается не очень. И я хочу сказать, что в чем вообще проблема, вот чем мы с вами занимаемся и в чем, может быть, и смысл занятий философией в том числе, в том, что вот когда человек становится человеком, то есть когда он ребенком является, он усваивает понятие, ну как, повторяет. Повторяет, детям говорят, и они стараются повторить. Сначала все смеются, они не могут правильно повторить, потом они уже, наконец, правильно выговаривают. И то, что является самым распространенным в языке, оно становится известным. То есть это как бы известное. И вот Гегель по поводу этого известного говорит, что известное есть именно поэтому часть, очень часто непознанное. Почему? А кто будет заниматься тем, ну, изучать то, что всем известно? Культура же всем известна, правда? Мы вот уже пробовали человека определить, это же всем известно. Начинаешь его определять, что-то не получается. Культура тоже. Вы же это с детских времен знаете, правильно? Да. То есть даже не можете вспомнить, когда вы не знали, что такое. То есть, ну, это вам известно. Но вот понятие известности означает, что это повторяется, это произносится, это употребляется. Есть такой даже способ понять через употребление. Вот если правильно употреблять, то вот так как бы можно понять, что это вообще означает. Так вот язык изучают, да? Иностранный. Но это нас не освобождает от необходимости давать научные определения, поскольку, ну, тем более вот философия наука как всеобщая, уж она с такими всеобщими понятиями должна разбираться, потому что она не может сказать, это идите туда, идите к культурологам. И вот я хочу вам сказать, у нас культурологи есть на философии, не знаю, у вас есть или нет, у нас есть культурологи, целое отделение. Ну и как всегда, вот как и бывает, я у них преподавал. Спрашиваю, культура? Не знаю. И это общая картина. То есть вот, мало задаются такими вопросами, которые на самом деле должны, ну, быть такими опорными точками для культурного человека. Так вот, культура. У вас есть гипотеза, что такое культура? Мне просто кажется, что культура – это более широкое понятие. То есть можно определять культуру как нечто определенно положительное, можно смотреть на культуру как, допустим, термин культура потребления или культура человеческого поведения. То есть это не обязательно. Только все равно культура получается. Все равно надо знать, что такое культура. А что это такое? Вы говорите, это более широкое, чем что-то. А что это такое? Ну, если в широком определении, мне кажется, ее можно интерпретировать как определенную степень развития человека. Степень развития человека. Ну, так и сказал, вот вы человек развитой. Чего еще надо сказать? Это плохо, что ли? Я до определенной степени. А все до определенной степени развитых? Нет таких, которые не до определенной степени. Все до какой-то степени развитые. Ну, как-то не получается. Ну, это человек. А культура только к человеку относится. А вы что, не знаете, есть предметы культуры? Утварь какая-нибудь? Я и говорю, что культура, на мой взгляд, это очень широкое понятие. Даже так широкое, так вы широкое. Так, ему, так море широкое понятие, и океан еще более широкое, чем море. Как нам не перепутать культуру и море, и океан? Понимаете, то есть мы не можем отделаться от определения тем, что мы скажем, что оно широкое. Что еще широкое? Степь широкая бывает. Ох ты, степь широкая, да? Так? Тоже широкая. Так и что, это культура? То есть так не получается, не обойдешься. То есть на самом деле это не такая простая задача, потому что вот идет развитие человечества, идет жизненная борьба, а в итоге этой борьбы накапливается определенный опыт. Опыт что такое? Опыт имеется, бывает отрицательный, бывает положительный. И опыт означает не просто какие-то знания, а знания о том, что является позитивным, способствует вот развитию человека, на что вы стали обращать внимание, человека и человечества.
А что ему мешает и противодействует? Вот если такой опыт накапливается, он как может накапливаться? Он духовный опыт. Что мешает развитию человечества, что ему способствует? Опыт такой материальный. Как производить, там, скажем, посуду, как производить средства производства, как производить оружие. Да? И этот человеческий опыт накапливает. Это материальная культура. Материальная культура. А есть духовная культура там? То, что сделано в области науки, образования, там. То, что сделано в медицине, тоже относится, тоже, так сказать, сделано. Ну, что сделано? Не только, не те неверные там, шаги, которые были в медицине, а вот понимание того, какие шаги верные, какие неверные, как правильно делать операции, как их не надо делать, как правильно лечить, а как можно залечить человека и так далее. То есть опыт же включает в себя извлечение уроков из постоянно повторяющейся деятельности. А само понятие опыт – это приобретение навыка определенного, да? Навык. То есть человек должен научиться это делать. И вот он не только учится делать то, как раньше делал, он каждый раз делает все лучше, лучше, лучше. То есть человечество двигается вперед. Вперед, поднимаясь в своем развитии. И вот накопленный опыт человечества, материальный и духовный, называется культурой. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный, называется культурой. А музеологи – это те люди, которые что делают? Задача которых, ваша задача – все, сохранять для следующих поколений вот этот накопленный опыт человечества. Музей что такое? А? Ну, конечно, связано. С человеком много чего связано. Мы сейчас вот эта аудитория точно с нами связана. Но это не музей же. Музей-то что? Ну, вот вы скажете, что вы представите ко мне? Я же музеолог. А вы спрашиваете, что такое музей? Ну, логично, да? По крайней мере, мы это должны проблему решить, чтобы у нас не было. То есть, чтобы это было очевидно. Что такое музей? Сохранением и демонстрацией объектов культуры. Ну вот это уже, так сказать, похоже на принцип. Сохранением и демонстрацией. Но немножко ущербное, так сказать. Что-то вот представьте себе, вот вы попадете в этот музей работать, и вы будете сохранять, то есть вроде охранника там, и демонстрировать. Больше ничего. А вы не хотите там научным сотрудником поработать? Ну почему сохранение это только охранник? Это... Потому что сохранение это и есть. Так сказать. Сохранение это вот сводится к консервации того, что есть. А если вы говорите об исследовании, так надо еще изучать эту самую культуру, да, эти объекты. Вы изучать-то собираетесь? Я лично нет. Нет? Ну как вы думаете, тот, кто попадет в этот музей, если он будет работать, он должен изучать? Смотря на какую должность. Ну там есть, ну во всех музеях, наверное, вы знаете, там есть научные сотрудники, причем на разном уровне есть и кандидаты, и доктора, и просто и аспиранты, и так далее, которые изучают. Вот. Демонстрируют. Ну, демонстрируют, если придут, или как-то какие-то у вас еще формы. Демонстрируют – это хорошо. Вот. Ну вот от определения еще, кроме всего прочего, требуется какая-то четкость, ясность и законченность. А музей – это такое учреждение общественное, которое, во-первых, оно их собирает. Это вы, у вас отсутствовало, у вас оно сохраняет то, что попало. Что осталось, как говорится, от того, что было, вот оно еще должно собрать, правда? Собирает объекты культурного наследия, сохраняет вот то, что вы сказали, исследует то, что вы не сказали, и распространяет, и пропагандирует. Демонстрирует, пропагандирует, это вот можно и так сказать. То есть еще раз, это такое общественное учреждение, которое собирает объекты культурного наследия, сохраняет их, так? Не охраняет, а сохраняет. Это немножко разные вещи. Охраняет их эти самые, и в том числе и охранники. А надо еще сохранить. А чтобы сохранить, надо изучать, а что нужно для сохранения картин, да? И как сохранить такие объекты, чтобы они не пропали.
Вот, сохраняет, изучает, потому что это же объекты культуры, то есть это вот на этом, это опыт человечества. Если мы это изучим, то мы это человечеству передаем. То музейные работники, они не просто, так сказать, они сторонники того, что было, а это сторонники того, что нужно делать, чтобы дальше мы развивались. Правильно? Это люди прогресса. Вот, исследует и пропагандирует. А пропагандирует, почему она вот выставки, может быть, не только здесь, там, не только. Ну, это подпадает под понятие демонстрации, могут выездные быть выставки, да, музей может свои там какие-то объекты показывать и так далее. Вот, это музей. Вот, поэтому, ну, с этим словом мы разобрались. Если у нас будут попадаться по дороге какие-то понятия, которые известны, но не познаны, то давайте будем останавливаться и их разбирать. Чтобы у нас была так в этом смысле ясность. Чтобы нас никто спросит, а мы запросто и ответим. Вот, к примеру, такие есть простые. Вот. Начало, что такое? Слышали такое? Такое слово слышали? Ну вот вы начали заниматься, да, философией? А что такое начало? Может, это что-нибудь плохое? А вы уже начали. Уже поздно вроде, уже, можно сказать, вляпались в это дело. Как? Что такое начало? Или это нескромный с моей стороны вопрос? Да, ну вот, скажем, деятели культуры, а вы вот молодые деятели, деятельницы культуры, должны знать, что такое начало. Какой культурный человек должен знать, что такое начало? Если он не знает, что такое начало, то он так не может определить, он начал или не начал, что вообще происходит. Что такое начало? Я специально вам даю простые, почему? Ну, простые, они не сложенные из другого. Что такое сложное? Сложное – это сложное из простых. Там прямо из слова, если обдумать, сложное – это сложенное. Из чего? Из простых. Из более простых, по крайней мере, и так далее. Естественно, я от вас, если спрашиваю, я же вас не требую там что-нибудь такое, что очень сложное. Я спрашиваю простое. Начало. Мы находимся в начале пути. Вот. И потом будем двигаться. А куда мы будем двигаться? От начала к чему? К концу. К концу, то есть к гибели, понял. Все ясно, конец. К концу все-таки вы считаете? А если я вам другое решение предложу? Можно? К результату. Ну, мы же начали, нельзя начать непонятно что. Начать можно какую-то деятельность, правда? Изучение, обучение, строительство, изготовление и так далее. Если это начало, то если вы что-то начинаете, то вы, наверное, предвосхищаете что? Результат. А иначе это не начало. Это вы что-то делаете, то есть руками шуруете, что-то передвигаете, переставляете. А что будет-то в итоге? То есть вы, если это человек, он же должен поставить цель, и дальше он двигается к этой цели. И вот на самом деле это не одно понятие. На самом деле в понятии начала содержится и понятие результата. Начало – это неразвитый результат. А результат что такое? Тут, я думаю, вы скажете. Да, развернутое начало. Вот и все. Это парные категории. И они определяются одно через другое. Точно так же, как вот Гегель говорит, что такое верх. Никак вы не определите, кроме как то, что это не низ, а низ, это не верх. И все. И ничего такого тут более глубокого тут не найдешь. Но это очень важно, правильно? То есть, как вот люди начинают и не знают, что они начинают. Но если вы не знаете, чего вы начали, никакое это не начало. Почему вот хорошо иметь, вот скажем, вы будете писать курсовую работу, да? Вот если вы написали тему курсовой работы, это целая, это вся работа или не вся? Как не вся? Целая же это. Тема эта целая, это же не часть ее. Правильно? Ну как, наверное. Ну хорошо, не хотите про курсовую работу. Ребенок, развитие ребенка в утробе матери идет от ноги к голове, или от селезенки к печенке, или от клетки одной к целому человеку. Да? Из одной клетки идет, к развитию идет. От чего? От целого к целому. Клетка – это целое, она же потом делится и преобразуется, много клеток становится, но целое все время остается, эмбрион, да?
этот эмбрион развивается, 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 и получился ребенок. И он рождается. Ну и ребенок тоже развивается к взрослому человеку. Он что? У него что, рука развивается, нога нет. Если нога развивается, легкие не развиваются. И идут к врачу. То есть развитие должно идти от чего? От целого к целому, от себя к себе. Вот вы развиваетесь от себя ко мне или от себя к себе? От себя к себе. И вы. Это не значит, что вы эгоистка. Это просто означает, что это входит в понятие развития. То есть нельзя понимать развитие иначе. Но мы к этому еще вернемся. Потому что вот кроме этих обзорных частей, которые я сам не очень даже и люблю, потому что, ну вот, так сказать, там говорили о том, о том, о том, о том в философии. Так сказать, мы как бы не копаем, а так сказать, летаем на самолете, на вертолете и оглядываем окрестности. Вот. А надо, чтобы у нас в голове были вот такие прочные понятия, на которые нам нужны на сколько? На всю жизнь. Правильно? Потому что, ну, это же такие понятия все употребляют. Начало, результат, а конец еще и гибель ведь. Понимаете, такое, дескать, ну, вы начали, но дело ваше, скоро вам конец. Ну, раз начали, но скоро вы умрете. Ну, если вы не умрете, ну, я умру, по крайней мере. То есть, вот начало жизни. А если оторвать, скажем, ту же смерть от жизни, то она очень страшная. А если не оторвать, то жизнь, она имеет, естественно, начало и завершение. И, собственно, смысл жизни-то в чем? Это же мы с вами разговаривали о том, что человек – общественный человек. Вот вы как общественное существо – смертное или бессмертное? Наверное, бессмертное. Вот, видите, вот она уже бессмертие себе обеспечила, а вы еще нет пока. Но если как общественное существо, то есть что идет в зачет вам как общественное существо? То, что вы сделаете в обществе и для общества, правильно? И вот то, что вы сделаете, оно остается навечно. Тем более вы музеолог вообще, прям там только и все это и сохраняется, все это сохраняется, уплотняется и так далее. А каждое как животное, если взять человека, ну что вот, вот вижу я, вот видно вам, потому что у вас горло пересохнет, тут вот тоже чувствую, что все под угрозой смерти. Вы еще и вы моргаете, чтобы глаза не высохли, дышите, чтобы не отравиться углекислым газом. И я тоже этим самым занимаюсь. То есть мы иначе тогда переходим на другой уровень рассмотрения человека. То есть он, конечно, животное, но если вы продали такую планку, поставили в самом начале, что это общественное существо, ну так оно вечное и бесконечное, и поэтому все зависит от того, что вы сделаете за время своей жизни. А как общественное существо, и будете вечно жить. Понятно. Скажем, ну вот Чайковского исполняют сейчас больше, чем при его жизни, или меньше? А? Ну, явно больше. Явно еще записано. Я вот был в Бельгии, зашел в Антверпене, зашел в магазин музыкальный. Там все симфонии Чайковского в исполнении Михаила Плетнева. Как говорится, Чайковский смертен, Плетнев смертен, а симфонии в исполнении Плетнева, они бессмертные. И если раньше, скажем, не было таких средств записи, чтобы они воспроизводились. А то сейчас они появились, да, и цифровая запись еще и качество сохраняет. Не то, что потом уже начинает все это плохо звучать, как на пластинках. Вот. Так что в этом отношении, ну, это такая жизнеутверждающая позиция. Хорошо. Значит, культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. А опыт используется для решения следующих задач, для дальнейшего развития, правильно? Так. Не только разум и поиски истины, но и духовные переживания высших ценностей, стремление к любви, вере, надежде, нравственной солидарности отличает человека от животных. Рассматривая человека как культурное и социальное существо, философская антропология не редуцирует его к психофизиологическим и социальным структурам, а считает разумным, свободным и ответственным субъектом решения и поступков. Современная эпоха радикально отличается от периода становления философской антропологии. Конечно, и в XIX веке велись горячие споры между представителями различных конкретно научных дисциплин, таких как биология,
археология, этнография за право называться теорией человека. Задача современной антропологии состоит в выработке на основе частно-научных определений единой систематической теории человека. Основные концепции философской антропологии XX века. Представители философской антропологии выдвинули программу философского познания человека во всей полноте его бытия. Они предложили соединить онтологическое, естественно-научное и гуманитарное учение различных сфер человеческого бытия с целостным философским постижением. Реализация этой программы должна была осуществиться на базе науки философская антропология. Ну вот, представителями такой точки зрения был Макс Шеллер, 1874-1928 годы. Философская антропология – это учение о человеке с точки зрения бытия самого человека. Что же представляет сущность человека? Антропологический дуализм духа и жизни. Поскольку жизнь есть нечто общее для человека, и для остального органического мира, то человек может претендовать на особое положение в бытии. А если дух предстает как нечто принципиальное для жизни? В работе «Положение человека в космосе» Шеллер выявляет статус человека через соотнесение человека с другими формами органического мира. Чувственный порыв, инстинкт, ассоциативная память и практический интеллект – в этом человек не отличается от животного. Человек – естественный человек, есть животное, утверждает Шеллер. Он не развился из животного царства, а был, есть и всегда останется животным. Но есть и существенное различие – это наличие у человека духа. Шеллер не просто констатирует наличие этого факта, а стремится дать человеку характеристику как духовному бытию. Наиболее важная характеристика человеческого духа – это открытость миру. Животные ограничены средой обитания. Дух человека преодолевает ограничения среды и выходит в открытый мир, осознавая его именно как мир. Таким образом, сущностная особенность человека связывается с Шеллером с его онтологической свободой, и в силу этого человек способен постичь качественное бытие предметов в их объективном бытии. Вот я употребил здесь еще одно понятие – свобода. И сейчас тоже вас буду испытывать на предмет того. Знаете ли вы, что такое свобода? Что такое свобода? Кто скажет? Вы свободные люди? Свободные? Вы свободные, да? А как вы узнали, что вы свободные? Надо знать, что такое свобода, правда? Иначе человек, если он не знает, что такое свобода, он думает, что он свободный, а оказывается не свободным. Вот я хочу вам привести пример, опровергающий такие ходячие представления. Вот у Гегеля и у других философов есть не столько определение, сколько утверждение такое, суждение, что свобода есть осознанная необходимость. Слышали, наверное, да? Свобода есть осознанная необходимость. Представим себе такую картину. Человек украл 100 тысяч рублей. Ему присудили 7 лет тюрьмы. И вот он сидит, первые 2 года отсидел, а это место хорошее для обдумывания своего поступка. И вот он пришел к выводу такому, осознал, что это нехорошо то, что он сделал. То есть он осознал, что это преступление. Раз. Во-вторых, он осознал, что правильно его... И осознал, что правильно ему надо сидеть еще 5 лет. Свободен он? Или он свободен, или в тюрьме? А под понятие вот такое, что свобода есть осознанная необходимость, полностью эта картина подпадает. Правильно? Есть по этому поводу даже анекдот. Сидят в тюрьме 2 человек, один просто сидит, ну, сидит и сидит, тюрьма и тюрьма, надо как-то пережить. А второй все время ходит, нервничает, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда по камере. Вот первый, который спокойно сидит, говорит, ну что ты все ходишь? Давай я тебе объясню теорию относительности. Тот, который ходит, говорит, это будет, наверное, долго и непонятно.
Нет, я, говорит, тебе объясню быстро и понятно. Вот ты ходишь, да? А все относительно. На самом деле ты сидишь. Вот, так сказать, вся его свобода. Поэтому вот такое вроде красивое такое высказывание, что свобода есть осознанная необходимость, но оно на проверку, вот как ведь, как проверяется понятие, если они не опровергаются какими-то вот житейскими примерами, тогда они могут быть приняты, а если они опровергаются, значит, это не проходит. Вот у Маркса есть такое понятие свободы, которое почему-то малоизвестно, я не знаю почему, очень редко кто его знает. Хотя оно наиболее глубокое и единственно правильное. Но вот я других просто не видел. Свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием дела. Значит, здесь две идеи в этом понятии свободы. Во-первых, господство над обстоятельствами. Если обстоятельства господствуют над вами, я ничего не могу сделать, таковы обстоятельства жизни. Это надо делать, то надо делать, туда бежать, это нести, вот… и прочее, 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 и тогда человек не свободен. То есть не можем мы назвать человека, вот, кстати, тот пример, который я привел, сразу уже показывает, что он не подходит под понятие свободы. Какое господство над обстоятельствами? Скажут, выходите из тюрьмы, выйдет, не скажут, не выйдет. Скажут, на прогулку пойдет, не скажут, на прогулку. Правда, в тюрьме гуляют больше, чем наши обычные люди на свободе, которые, потому что в тюрьме строгого режима и ежедневно не менее 1 часа. А я не уверен, что наши обычные граждане каждый день гуляют не менее часа. Не знаю, я вот у меня не всегда получается так. Это первая мысль. Второе. Не может быть абсолютного господства, которое бы не связано было все-таки с некоторыми объективными обстоятельствами, с законами. Потому что есть законы природы и общества. И как бы человек не был, так сказать, свободен, он, тем не менее, законами ограничен. Ну, например, вот есть закон тяготения. Конечно, вот у нас даже нет юридического закона, нет запрета выпрыгивать из окон. Нету. То есть только не воспримите как то, что я вас к этому призываю. Но нет такого запрета. То есть если вдруг мне взбредет такая идея, что я решил, что я как хочу, так и ворочу. Вот делать то, что я хочу, это как называется? Тоже для этого есть понятие. У вас есть понимание того, что такое? Вот когда я делаю, что хочу, это что такое? Ну, что хочу, то и буду делать. Это что значит? Это называется произвол. Произвол. Что хочу, то и делаю. Сейчас лекция, я позвоню в перерыв. Произвол. Это очень надо запомнить, потому что сплошь и рядом путают свободу и произвол. Вот хочу вот здесь, рубите мне здесь дверь. Я хочу выйти, как купцы некоторые. Да, я плачу. Все. Я хочу здесь продать. Вот произвол. Это произвольно. Вы сделали произвольно. Или непроизвольно, когда вы что-то делаете рукой, так случайно. А это не надо делать. Лучше их не болтать ими. Есть люди, которые выступают и начинают раскачиваться туда. Это непроизвольно. А может, он спроизвольно начинает кричать на меня. То есть мы отличаем свободу и от произвола, и просто, так сказать, от господства над обстоятельствами. А вот это господство над обстоятельствами сознанием дела. А что значит надо знать? Вы не можете быть свободны от законов природы. Правильно? То есть если вы выпрыгнете, вы упадете, и вас предупреждают. И, возможно, разобьетесь. Все-таки это третий этаж. Так что вот это надо запомнить и взять на вооружение. На сколько? Ну, на всю жизнь. Потому что понимание свободы такой, а абсолютной такой свободы, которая была бы просто, так сказать, сводилась бы к тому, что я хочу, то есть произвол, она ничего, так сказать, созидательного не несет. Она также разрушает. Хочу – сломаю, хочу – испорчу. Хочу – не буду изучать, хочу – не буду развиваться. Молодец. Можешь и не развиваться. Нет никаких ограничений. Так, ну пойдем дальше, так сказать. Если вы еще какие-нибудь заметите по ходу дела, то мы будем останавливаться и эти понятия разбирать. Идем дальше. Вот
Еще один представитель философской антропологии – Арнольд Гелен. 1904-1976. Это уже почти наш современник, да? 1976. Но не такой ближайший, но уже близко. Специфику и сущность человека определяет в ходе сравнения с другими животными. И эту специфику он связывает с особой исключительностью биологической организации человека. Человек – это существо, открытое миру, утверждает Гелен. И эта открытость определяется его биологическим недоразвитием и недостаточностью, то есть неприспособленностью, неспециализированностью, примитивизмом. О, как он поворачивает вопрос. То есть как бы он ущербный, этот человек. Отсюда и открытость мира. Может быть, мир ему как-нибудь поможет преодолеть эту неприспособленность, неспециализированность, примитивизм. И как биологически недостаточное, не готовое, не установившееся существо, человек должен сам решать задачу своего выживания. Все-таки сам он должен решать. Как будто бы он только должен, а не решает. И как будто бы то, что он решает, не входит в понятие человека. Раз он решает задачу, как же можно считать его несовершенным, неприспособленным? Именно как общественное существо он совершенный и приспособленный. В силу этого человек является существом действующим. Действие – это форма человеческого владения природой в целях обеспечения его жизнедеятельности. Открытость миру и действенность человека обусловливают главный принцип его существования – принцип освобождения от бремени. Вот как ставится вопрос. Суть этого принципа – совокупные недостатки человеческой конструкции, которые в естественных условиях представляют тяжелое бремя, человек превращает в условия своего существования. Результатом этого становится превращение человека в культурное существо, культурное, то есть которое накапливает опыт материальный и духовный. Культура является определяющей сущностью человека. В основе культуры лежит духовное начало. Еще один философ такой – Хельмут Плеснер, 1892-1991 год. 99 лет прожил. Что я могу пожелать всем присутствующим? И пойти дальше. Так, он понимает, что свободу, способность к культурному творчеству нельзя объяснить лишь специфической биологической структурой. И он обращается к особенностям психики человека. Человек отличается от животных эксцентрической позицией. В силу этого человек способен отделять свое «я» от физического существования. Осознание собственной самости, осознание себя как личности – приводит и к осознанию внешнего мира. Собственное существование, равно как и существование всего сущего, осознается человеком как нечто случайное. Отсюда тяга к поиску такой основы мира, которая не подвержена случайности, поиск абсолютного бытия, Бога. И вот, так сказать, уже в наше время вновь вот такой философ пришел к Богу. Поскольку человеку не дано знание, лишенное сомнения, он обречен на бесконечные поиски устойчивого бытия. Вот как видно из относительно краткого содержания, проблема сущности и бытия человека принадлежит к разряду вечных философских проблем, по которым продолжают спорить философы. Ну вот, дорогие товарищи, коллеги, я теперь смею вам доложить, что мы с вами часть первую нашего курса, которая связана с историей и философией, краткий экскурс в историю и философии, и с проблематикой основной, на которой можно разделить разные сферы философского знания, мы как бы это закончили. А теперь мы начинаем основную нашу часть, которая называется социальная философия. Как вы заметили, у вас как
пишется этот курс, название «Философия. Точка. Социальная философия». Оно еще имеет другое значение. Если бы ваш курс назывался «Философия», я бы вам его уже не читал. Почему? Потому что у нас в прошлом году, с прошлого года, в университете все курсы философии, которые читаются не у нас в Институте философии, все читаются онлайн. То есть все очники превратились в философских заочников. То есть они смотрят на компьютере и... Вот у меня тоже все лекции записываются, и вы можете их посмотреть. Они появятся на канале Фонда Рабочей Академии на YouTube. Но они представляют собой некий дополнительный методический материал. То есть вы можете вернуться к этим лекциям, посмотреть вот какие-то понятия, особенно при подготовке к экзамену. Но, как вы понимаете, вся преподавательская деятельность в университетах никак всегда диктовалась тем, что лекции читаются не вообще кому-то, так сказать, в воздух, а тем людям, которые находятся. Если нужно остановиться, вот я почему вам задаю вопросы? Чтобы знать, что вам непонятно. То есть, если вам это понятно, я на этом останавливаться, естественно, не буду и не должен, правда? И наоборот, если вам это непонятно, а я побежал вперед, так если это непонятно вначале, то и то, что на нем построено, тоже непонятно. Поэтому вообще чтение лекций, как высшая форма преподавания, оно предполагает определенное взаимодействие между студентами и лектором. Можно считать так, что что лекция, есть такое понятие в философии – граница. Я думаю, если я вас спрошу, вы тоже не скажете, что такое. Можем проверить, граница что такое? Не знаете. У нас граница на замке, а что такое граница? Есть границы вашему познанию? Есть? Поскольку я все-таки не у вас не в положении человека, который должен вас ставить в тупик, а наоборот, в положении человека, который вас должен выводить из всяких маленьких тупиков. Значит, граница – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Вот два государства. Граница – это какая-то определенность, да? Она кому принадлежит? И тому, и тому, и не тому, и не тому. Она соединяет и разделяет. Когда государства дерутся между собой, это граница вражды. Когда государства дружат, говорят, это граница дружбы. Но это все равно одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Кому принадлежит нейтральная полоса? И тому, и тому, и не тому, и не тому. Правильно? Одновременно. Вот это не значит, что граница – это узкая полоска или линия. Обычно так ее представляют. Вот граница – это какая-то линия. Вот лекция. Вот тут есть два объекта у нас. Есть студенты, то есть вы, и есть лектор, то есть я. А лекция – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Почему? Потому что если, скажем, вас нету, то какая-то странная будет у меня лекция, да? Лекции уже нет. И будет запись на камеру, лекции для прослушивания потом, в заочном режиме. А если меня нет, тоже будет довольно странно. Вы тут будете долго сидеть, если я не приду? Я думаю, больше 20 минут вы не высидите здесь, правда? Поэтому под определение границы лекция вполне подпадает. Это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Хотя есть и другая, более сильная еще формулировка, которая вам, я тоже думаю, не знакома. Что такое предел? Не задавались? Не предел в математическом смысле. Предел в математическом смысле я могу сформулировать, если у вас будет такой запрос. Но предел в обычном смысле. Вот вы не дошли случайно до предела в изучении философии? Как вы это считаете? Дошли до предела? Нет, не дошли. А вы тоже не дошли? И вы не дошли. А почему вы так думаете? Вы разве знаете, что такое предел?
Как вот вы делаете такой вывод, не знаете, что такое предел? Меня удивляет. Если вы знаете, что такое предел, то вы можете сказать, да, я дошел или не дошел. А если я не знаю? То есть я бы вот вам предложил такое поведение. А скажите, что такое предел? Я вам скажу, дошел или не дошел. Дошла или не дошла. Логично? Могу так сказать вам, что такое предел? Вот представьте себе картину такую, сейчас я нарисую. Вот видите, тут вот как раз очень четко граница определена. Она соединяет правую сторону доски и левую сторону доски. Вот эта граница соединяет и разделяет два нечто. И вот представьте себе движение. Ну, представьте себе, что это, так сказать, над землей летит самолет. И пролетает. Значит, пока он до границы не долетел, она является для него пределом? Нет. А когда самолет перелетел границу, является пределом? Тоже нет. Вывод. Сделайте логический вывод. Теперь, когда эта граница является для самолета пределом? Да, совершенно правильно. Вот учитесь. Вот правильный вывод. Но вывод неожиданный так вот, что вот граница, это предел, это граница, которую переходит. Вот вы сейчас обучаетесь, да, являетесь студентами. В чем состоит деятельность студента? Постоянно выходить за свой предел. Правильно я понимаю? Но вы же все время должны знать больше, чем вы до этого знали. А если вы останавливаетесь и будете знать на третьем курсе столько, сколько на втором, то вы на третий не попадете. Правильно? Еще мало того, что это по понятию, еще вам и не дают перебраться на следующий курс, если вы знаете только то, что, и не выходите за пределы того, что вы знаете. То есть предел – это граница, которую переходит. А как называется человек, который не выходит за свою границу? Ограниченный. Вот. Человек, который не выходит за свой предел – это ограниченный человек. То есть человек, развитие-то человека как раз и состоит постоянном выходе за свой предел. А ходячее, но философски необдуманное определение предела, обывательское, другими словами, оно состоит в том, что предел – это вот у нас на кафедре, я работал на кафедре, тут у нас был экономический факультет на третьем этаже. Вот одна сторона была философски, другая – вот сюда ближе к историческому, экономической, к военной кафедре. И вот у нас так, на кафедре управления и планирования социально-экономических процессов был товарищ Сердюков Владимир Андреевич. Он такой, нет, тросточку носил, очки золоченые. Он говорит, я профессионал, я делаю только то, что умею. Но я его вот с этих позиций дразнил. Говорю, а вот что вы умели в 3 месяца? Вот что вы умели в 3 месяца? Вы с тросточкой ходили или под себя ходили? То есть, вот ситуация какая. То есть, а он так солидно так вроде, я делаю. И вот так иногда выскажут люди, я профессионал, я делаю только то, что умею, я не буду. Я отвечаю, я профессионал. Ученые – это люди, которые делают то, что умеют. Если мы не будем делать то, что мы не умеем, нас сразу уволят. Почему? Ну, потому что в чем состоит наука? В том, чтобы давать новое. А что значит новое? Ну, еще никто. Это есть такое требование к тем, кто защищает кандидатскую диссертацию, новизны. Если у вас нету новизны, вы не можете защитить кандидатскую, ну, а докторскую тем более. Должно быть новое научное направление, которое способствует развитию или народного хозяйства, или культуры, или науки. Поэтому если вы нового ничего не создали, а как создавать новое? Ну, я не знаю. Вот как вы можете сказать, как создать новое? Пытайтесь выйти за свой предел. А как вы выйдете? Ну как выйдете? Кто выйдет, тот и ученый, а кто не вышел, тот и не ученый. И наоборот, тот, кто перестает выходить за свой предел, он уже, как говорится, лектором оставаться может, но ученым уже как бы не вполне является, правда? Дескать, он в свое время вышел за свой предел, и так все. И закончил свое развитие как ученого. Ну и вот от нас все требует. Правда, от нас все требует не научных работ, а требует публикаций. Чтобы цитат было много. Вот если вы меня будете трое цитировать, у меня рейтинг будет выше. А если я еще буду сам на себя ссылаться, еще больше будет. Но вот когда вы ссылаетесь на меня, это больше ценится, чем когда я сам на себя ссылаюсь. И так далее. Или, скажем, в каких вот базах данных проиндексирована моя статья. Как вы думаете,
когда Ньютон разработал, так сказать, и Лейбниц разработали дифференциальные исчисления, они в каких базах данных индексировались? Да ни в каких они не индексировались. А Ломоносов в каких базах данных индексировался? Да ни в каких он не индексировался. То есть так вот у нас такой подход к науке какой-то стал канцелярский. Сидят какие-то канцелярские крысы, которым не удалось попасть в ученые. Ну, и они около науки крутятся, так сказать, и вот они придумали такую всю эту рейтинговую систему. Хотя проблема выхода за свой предел, это относится не только к науке, а в спорте. Ну вот Ирину Есенбаеву знаете? Знаете. Ирина Есенбаева поставила 28 мировых рекордов по прыжкам в высоту. Что значит мировой рекорд? Не только она не выходила за этот свой предел, но и другие не выходили. Но она-то за свой предел выходила 28 раз. Публично выходила за свой предел. Приходят люди посмотреть, скажем, ее коллеги тоже, прыгуны в высоту, такие же девушки из разных стран, посмотреть, как Елена Есенбаева возьмет, перейдет свой предел и возьмет большую высоту, чем в прошлый раз. Это было интересно смотреть. И ей не было равных. Потом она, значит, пошла в отпуск по беременности и родам, потом она снова, так сказать, вернулась и еще, так сказать, взяла одну рекордную высоту. То есть выхождение за предел – это нормальное и естественное состояние человека. Причем вот люди по мере, так сказать, своего взросления теряют эту способность, а эта способность особенно развита у детей. Потому что умеют дети вначале? Что? Ну, они как ничего, они умеют, между прочим. Ну, вот первое, что они научаются, они умеют пить грудное молоко. Так? Да? Умеют? Не сначала, так сказать. Пихают им грудь, и вот они начинают, значит, наконец, уже осознанно, так сказать, уже сами искать. Дальше. Вот они лежат. Они же лежат, как вот эти насекомые, как жуки, знаете, их перевернешь, и вот, значит, ножками-то они пытаются, хотя есть жуки, которые так подскакивают, переворачиваются. Но это мало таких жуков. Основная масса вот все прямо жат. Все, они пропали, так сказать. Никак не могут они перевернуться и тогда не пойти. И что вы думаете? Вдруг через некоторое время оказывается этот ребенок, он же все время борется, пытается перевернуться на живот. Так? Видели? Наблюдали? Многократно, да? Перевернуться на живот. Ну, поскольку у меня двое детей и пять внуков, я это наблюдал многократно, все эти операции. Причем борьба идет постоянная. И, наконец, перевернулся. Или перевернулась. Что дальше? Начинает опять делать то, что не умеет, сон не умеет, не передвигаться. И что делает? Куда ползет ребенок? Вперед или назад? Он это руками отталкивается. И как рак туда, значит, назад, назад. А маленькие вот в общем, боятся мать с отцом, что ребенок не может шею держать. Ему так вот его держать надо и так вот шею придерживать, иначе как-то кажется, что сейчас отвалится голова. Страшное дело. Поэтому. И вот потом смотришь, через некоторое время он перешел через свой предел и так и спокойно себе уже все глядит, смотрит и так далее. Поворачивается, переворачивается. Потом он, какой ребенок умел ходить? Это вообще вот прямохождение, это такой колоссальный предел. И страшно, когда вот начинают эти. Поэтому начинается беготня на четвереньках. Очень активные. И так некоторые увлекаются дети, что им как бы и не надо это ходить. Потому что он добежит на четвереньках куда угодно и с какой угодно скоростью. И он ему не нравится, когда я от него требую, давай, вставай и так далее. Зачем? Зачем сдавать? Поэтому некоторые долго очень бегают. Но в конце концов, они встают и начинают раз на паркет головой. Это страшно вообще наблюдать сцену. У меня дочка так вот хлопалась. Ну хорошо, у детей мягкие здесь кости, иначе бы они раскололись, как орех. Это ужас. И вот смотришь уже, вот, пожалуйста, уже начинает. Сначала стоит, потом ходит. Но они же не умеют говорить. Не умеет. Опять граница, правда? Граница. Вот эта граница, которая отделяет человека от животных. Вот прямохождение отделяет. Ну, и собачки такие есть, вот стоят. Так что не особенно зазнавайтесь, что вы можете прямо ходить. Они тоже могут, да?
И кошки есть, которые могут, ну, медведи, само собой, могут вот так встать на задние лапы, и лучше с ними не связываться. Страшное дело. Могут подойти. Они освобождают для чего? Мне рассказывали товарищи из Нижнего Новгорода, был в лесу. Ой, медвежоночек вышел, такой хорошенький. Они к нему, ой, какой хорошенький. Мама выходит, вот так раз, и по груди так прошлась. Все, в больницу увезли. Ну, выжил человек. Просто так один раз провела для страстки. Поэтому прямохождением не надо особенно гордиться, что и другие есть. Потом следующая граница, которую пытается перейти человек, научиться говорить. Он же, ребенок же не умеет говорить, правильно? А потом вдруг он умеет говорить. И потом начинает уже тараторить. И все смеются, как он говорит. Что он не то говорит, ну это примерно, вот сейчас же такая же история, я вас спрашиваю по определению, вы говорите, ну не то. В этом смысле ничего тут такого нового. Во-первых, нет тут ничего зазорного, потому что в чем состоит познание? В том, что вы от незнания идете к чему? К знанию. И если вы чего-то не знаете, то вы это преодолеваете, или сами, или с помощью. Ну, мы здесь вот как ваши костыли своего рода, да? Как бы вы же сами учитесь, правильно? Вы учитесь или я вас учу? Ну, какая правильная постановка? Вы пришли учиться в университет, учить себя. Так написано, учиться. Мы пришли в университет, чтобы нас научили. Нет, так не говорят. Говорят, что вы пришли учиться. Но с помощью, в том числе, там у вас есть литература, программа, есть преподаватели, есть всякие виды занятий и так далее. Но вы же обучаетесь себя. И поэтому, как считается, вот... У нас в УЗИ, кто задает вопросы, это тот, кто не знает, или тот, кто знает. Обычно те, кто ничего не знает, вопросы не задают. Обычно те задают вопросы те, кто разбирается, и вот им нужно для того, чтобы доразобраться, еще задать вопрос и пройти вперед. Поэтому эту задачу выхода за свой предел, эта задача стоит перед каждой из вас. Перед каждой из вас стоит такая задача выхода за свой предел. И за вас никто за ваш предел выходить не будет. Более того, вас не угрожают, что, дескать, не выйдете за свой предел, то не будете знать, экзамен, так сказать, не поставим вам, оценку положительную, выгоним из университета, стращают, вот, не бьют, правда, слава Богу, но вот пугают по-всякому. Так что вот задача, которая тут вот стоит, это выход за свой предел. Ну вот я уже вам сказал, то мы вот эту первую часть нашего курса завершили, и, значит, чем мы будем заниматься в дальнейшем? В дальнейшем мы пойдем сначала в социальную философию. Сначала. В каком смысле сначала? В том смысле, что у каждого результата есть начало. Если мы хотим изучить социальную философию, то есть мы будем... Предметом социальной философии является общество, правда? Потому что если мы возьмем философию в целом, философию вообще, что она изучает? Давайте еще раз вспомним, что изучает философия. А то мы уже где-то к результатам начинаем подходить, а как у нас с началом? Философия что изучает? Все сущее. А? Не сущее. Что изучает философия? Вот видите, как нам тяжело. Вот я, как человек, который приветствовал, а мне надо на этот вопрос отвечать, а мне тоже не хочется. Ну, а что изучает философия? Ну, я же пошел вам на встречу. Мы рассмотрели, что изучают музеологи? Рассмотрели сегодня? Было дело? Ну, давайте рассмотрим, что изучает философия. Философия, в том числе, помогает и музеологам понять, что такое музеология, и что такое культура, и что такое предел. Правда? Вот что такое философия? И тогда понятно, стоит ее изучать или нет. Если она какой-то ерундой занимается, зачем ее изучать, еще экзамены сдавать? Да? Надо как-то от нее избавиться. Если она что-то полезное для вашего образования, тогда надо этому посвятить делу время. А мы уже с вами обзорную часть как бы сделали философии. Чем она занимается, вообще эти философы? То есть философы – это говоруны, обо всем могут поговорить, да? Что-то в этом есть, как некоторые себя представляют. Вот если мы начнем филологически разбирать. Философия, что означает? Фило – это что?
любовь. А София? Вот. То есть так буквально, если сказать, любовь к мудрости. Вы любите быть мудрой? Хорошо? Или нет? А что такое мудрость? Это то, такое знание, которое проверено долгим опытом. Правда? Если оно проверено, мудрый человек не вляпается, так сказать, туда, куда вляпается человек, так сказать, неопытный. Правда? Вот, потому что он умудрен опытом и такую вот и извлекает, он в этом смысле обладает необходимой культурой. У него накоплен уже опыт, и будучи человеком культурным и обладающим опытом, он не делает таких вот в известных вопросах явных ошибок. А вот если он занимается неизвестным, что еще не является предметом его опыта, или является опытом в противоположном смысле, как эксперимент, он не знает, но решил проверить, да, говорит, проверю, если я выпрыгну отсюда, упаду или нет. Проверил. Ну вот люди же выходят и не падают. Космонавты выходят же из... Выходят? Они же проверяют. Во-первых, они не проверяют, как вы, если выйти без скафандра, что будет. Это ясно, что будет. Они уже обратно не вернутся. Потому что... Значит, они надевают скафандры, в которых есть система жизнеобеспечения. Они снабжены кислородом, соответствующим подогревом, и выходит в открыт, там, думаю, не так тепло, как у нас в аудитории, когда вы выходите из вот космического корабля. Это люди делают, вот недавно наши товарищи выходили, космонавты, и ремонт осуществляли, укрепили там систему, солнечные батареи, они там широко развернуты, чтобы собрать, так сказать, энергию солнечную, превратить ее в электрическую, а не таскать с собой, как и возить туда на батареи. Правда? Вот есть солнечные батареи все время. У нас же есть даже и самолет один построен такой, один на всю страну, на всю Вселенную, который круговое кругосветное путешествие совершил без подзарядки. Ну, длинные такие крылья, длинный фюзеляж, и везде эти солнечные батареи. Вот он летит и, так сказать, все время собирает энергию. Ну и хватает им для того, чтобы он с помощью этой электрической энергии мог совершать полет. Вот. Так вот, они выходят в открытый космос, и при этом ничего с ними не происходит. Но, конечно, они умудренные опытом в скафандре. Вот. Умудренные опытом они понимают, что если дырочку проделаешь в космическом корабле, то это может кончиться смертью всех. И недавно как раз обнаружили, если вы помните, был скандал, обнаружили, что кто-то просверлил дырку в космической станции, и нарушена была герметичность. Ну, ее, конечно, залепили, эту дырочку, но очень были обеспокоены и начали проверять, кто это сделал. Ну, так вот, это как-то казалось, стало неизвестным. Были подозрения, что кто-то из американских космонавтов. Ну, как вы понимаете, подозрение – это что такое? Подозрение. Подозрение, да под ним. Нет доказательств никаких. Вот, возвращаемся к этому. Значит, уже понимание философии как любомудрия, уже это хорошо. Есть даже шутка такая, чем отличаются вот люди умные от мудрых. Не знаете? Вот умные люди, это же хорошо. А мудрые чем отличаются? Мудрые же тоже умные, да? А вот не знаете, чем мудрые отличаются? Вот, ну это шутка, умный знает выход из любого положения. А мудрый просто туда не заходит, в это другое положение, в ненужное. То есть он, так сказать, в своих жизненных ситуациях уже знает, какие варианты. Он, конечно, оставляет себе такой сектор, где он точно не знает. Это сектор нового, да, где он выходит за свой предел. Ну а там, где уже опыт человеческий показал, зачем же туда-то попадать второй раз в то же самое место и в ту же самую лужу и в грязную вставать. Вот он поэтому от этого освобожден. Поэтому вот в этом смысле, даже вот если мы возьмем любомудрие как таковое, то это уже некоторое, так сказать, движение вперед. Но это не определение философии.
Вот, потому что это философия. Ну, нельзя просто филологически брать и все. Вот, надо смотреть по смыслу этой науки. Это наука же. А наука что такое? Не знаете, что такое наука? Вы научными знаниями хотите овладеть? Ну, вы не считаете мои вопросы неправильными? Ну, как вот я... Если вы не знаете, я должен вам сказать, правильно? Но если вам буду говорить сразу, вы скажете, что вы нам такое рассказываете, мы и сами знаем такие. А вы нам рассказываете, вы нас унижаете, правильно? Но если вы не знаете, я вам скажу, наука что такое? Вы же научные знания хотите получить, или книг, или какие-то от знахарей? А? Какие? Наука что такое? Кто скажет у нас? Обоснованные теоретические знания, да. Ну, вот это хорошо. То есть не такие знания, которые поверхностные, а обоснованные. То есть есть какое-то основание для них. Они просто, вы просто взяли, что-то сказали и все. Значит, надо иметь какое-то обоснование. А наука что такое вообще? Наверное, если я знаю, что такое наука, я уже знаю, что такое научное. Правда? Наука. Это слово для вас новое? Нет. Это известное слово? Известное. Еще один пример того, что известное еще не есть от того познанное. Что такое наука? О, молодец. Это система знаний. Система знаний. Если системы знаний нет, а я вот и это знаю, и это знаю, и это знаю, и это знаю, и это знаю. Но бессистемно. Кто я? А? Знахарь. Вот сейчас у нас идет тот разговор, который должен быть. Вот совершенно правильно, наверное, знахарь. А знахари это не то, что это не жулики. Они действительно знают, что если у вас голова болит, вот эту травку попейте, если живот, то вот эту травку попейте. И так далее. То есть знахари очень много знают. Их надо, мы их уважаем. Что они долгим опытом, вот они узнали, что, чего, как помогает. И нам это сообщает. Что тут плохого? Ничего плохого тут в этом нет. Поэтому никто это не отрицает. Но это не наука. Почему? Только по одной причине, что тут нет никакой системы знаний. А что такое система знаний? Нет, ну это вы нас туда-сюда ходите, по кругу водите. Система-то что такое? Это же не только наука может быть. Структура. Структура – это что-то такое неподвижное, да, структура. Структурировать. Это вот похоже на кристалл. Вот как вот, вот вы скажем, я человек, у меня есть структура. Как это структура? Кости, да, там, мышцы. И на это намекаете, как-то это не очень смотрится. Все-таки система – это более возвышенное понятие, чем структура. Это знаете, откуда это слово «структура»? Есть такой системный подход. И хоть он системный, они рассматривают так, что все есть система, в том числе куча песка. И система характеризуется элементами и структурой. Значит, есть элементы, есть структура, есть связь между элементами, внутренняя среда и внешняя среда. И вся, вот и вся наука, их наука, системный подход. А вы возьмите любое живое, во всем есть противоречие. Поэтому весь этот системный подход пролетает мимо диалектики, мимо противоречия, мимо живого. Поэтому это хорошо для кристаллов. Если вы изучаете минераловедение и находитесь в горном университете имени Плеханова, то так, как раз вот такое определение для этой науки и подойдет. Структура. Вот. Одно дело структура алмаза, а другое дело структура графита. А это все, а элемент какой? Углерод. Вот, видите, все люди знают со школы. Углерод. То есть от структуры зависит свойство этого самого вещества. Поэтому структура – это очень важно, но мы не путаем. Все-таки структура – это более узкое понятие, чем система. Потому что системы бывают живые. Вы же система. Вот. У вас есть целая система жизнеобеспечения. Кровеносная система – это же система? Или структура у вас кровеносная? Это что, у вас уже окостенели эти, знаете, как бывает? Кровеносные сосуды, значит, затвердевают, это очень опасно. Более того, у вас кровеносная система противоречива или нет? Она может быть противоречивой. Что? Она может
Что значит, может быть, у вас венозная кровь и артериальная не в противоположном направлении идут? А? Ну, она точно противоречива, потому что одна кровь течет и несет кислород и пищу к клеткам, а другая венозная забирает обратно. А система одна? Или это две системы? Нет, одна. У вас одно сердце или два? До сегодняшнего дня было одно. Но вы выходите за свой предел. Так, ну вот, то есть система. Так вот, а чем характеризуется система? А система-то как раз характеризуется тем, о чем мы сегодня уже говорили, что у нее есть начало всякой системы и есть результат. И сама система, она представляет собой развертывание от начала к результату, развертывание знаний. Если знания представлены не вот как рядом положенные, то, что вы, так сказать, выучили, узнали, это знахарство. А как выводимые из предыдущего, все. То есть сложное получается как сложенное из простых. Сложное, что такое? Сложенное из простых. Так вот, наука есть система знаний. Или знания, приведенные в систему. И не все науки соответствуют понятию науки. Потому что, скажем, вот Гегель говорит, что самые трудные науки пока еще, как медицина говорит, не смогли создать систему свою из-за сложности предмета. И сложность только увеличилась, потому что когда открыли, что наследственность, сказать, передается через наследственным путем, передаются какие-то качества человека, открыли геном, после этого это, сказать, расширило понимание того, как надо подходить вообще к изучению здоровья человека. Но в систему это не приведено. Нет такой книги, чтобы вот изучил ее и понял все здравоохранение, всю медицину. Нету. А лечить можем вас. У вас, если у вас что-то во рту, это стоматология, логос, знание о ротовой полости. Вот. Ну, единственное, что требует от всех врачей, что клятву Гиппократа, то есть вот вы там, неважно, что вы там лечите, но вот будьте добры, спасайте человека, независимо от того, какая у вас конкретная специальность, правильно? Вот, система. Наука есть система знаний. Так вот, философия – это наука, а как наука она что изучает? Ну, физика изучает движение материи, да? Какое движение? А? Философия – это наука о бытии. Что она? Философия – это наука о бытии. О бытии. Ну, я думаю, что физика тоже о бытии, не о сознании же оно. Вы электричество не воспринимаете как сознание? Поэтому, то есть то, что вы сказали, правильно. Философия – это наука о бытии. Мы с вами различаем правильность и истинность. То есть много правильно можно сказать. Вот про вас не скажу, чтобы вы не обижались, скажу, я твердое тело. Но не жидкость же я, правда? Поэтому это правильно же. Но это не все, что можно обо мне сказать, о том, что я твердое тело. И будет правильно сказать, что я преподаватель. А можно сказать, я преподаватель философии в данный момент и так далее. То есть много что про вас можно сказать. Но вот, скажем, философия, она занимается тем, что сразу вот не бросается в глаза. Например, вот вы... Вас как зовут по имени? А? Настя. Надя? Нет. Анастасия. Анастасия. Вот так, хорошо. Анастасия. Вот вам заковыристый вопрос. Вот Анастасия, вот вы конкретная женщина, да? Вы отличаетесь от женщины? Вот вопрос такой. Это философский вопрос. Вы от женщины отличаетесь? Да или нет? Не отличаюсь. Не отличаетесь. Ну, спасибо. Хорошо. Правильный ответ. О том, я боялся, что вы скажете. Да. Это ужас, думаю. Что дальше мне делать, не знаю. Я его могу быть выше пола.
Не, ну можно было взять другие примеры. Например, мы берем там, яблоки, берем Антоновку. Сорт яблок, Антоновку, да? А потом, после этого берем не вообще сорт Антоновку, а конкретное яблоко у меня в руках. Вот одно яблоко, сорт Антоновка. Это яблоко от яблока отличается? Нет. От Антоновки оно отличается? Нет. И вот тут, на самом деле, вот в этом рассмотрении присутствует три категории. Ну, можно было поставить по-другому. Человек может выступать в двух ипостасях. Или человек как женщина, или человек как мужчина, так? Ну, женщина – человек, или вы считаете, что женщина – человек? Некоторые борются за то, чтобы женщину считали человеком. А когда выйдут замуж, то уже мужчины борются за то, чтобы в семье их считали человеком. С женой борются уже и так далее. То есть это разная бывает борьба. Но, во всяком случае, то есть женщина – это особенная. Точно так, как мужчина – особенный человек. Не любой человек, точно, человек может либо мужчина, либо женщина. Но это не говорит о том, потому что если вы не отличаетесь от женщины, но вы же конкретная женщина, а не вообще женщина, вы единичная женщина с точки зрения философии, единичная. И эта же философия доказывает, что в единичном надо видеть всеобщее. Вот вы, ну, в самом начале я об этом не забыл, положительным, что вы сделали, что вы, когда я спросил, что такое человек, вы сразу сказали, человек – это существо общественное. Вы себя на всякий случай сразу отнесли к чему? К всеобщему. Правильно? Вот. А вы могли сказать, я женщина. Вы сказать, меня зовут вот Анастасия. Я человек, Анастасия. И тоже было бы правильно. Так вот, что изучает философия? Философия изучает всеобщее. А это значит, что она изучает то, что есть во всем. Она во всем изучает всеобщее. А если она изучает всеобщее, то она дает главное, можно сказать, основное, то, что потом проявляется в особенном и в единичном. Правильно? Это очень важно. И поэтому вот те понятия, которые мы вот тут затрагивали с вами в порядке выяснения определений, да, они же нужны нам где? Везде, во всем. Ну, нам надо знать, что такое культура, нам надо знать, что такое наука. У нас научные знания, преподавание, это, наверное, вы хотите научными знаниями овладеть, или к вам знахари приходят, а не ученые? Что хотите узнать? То есть мы находимся в известном положении, и из этого надо исходить. Вот. Так вот, философия изучает не вообще, как говорится, какой-то особый предмет, она изучает всеобщее. Или можно так сказать, что и это, во-первых, во-вторых, это не просто любовь к мудрости, дескать, вот мы сегодня мудрствуем с вами, там рассуждаем, это что, это и то. Это наука, то есть система знаний, наука, система знаний о всеобщем. Наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Природы, общества и мышления. Всеобщих законах природы, общества. А вот что общее есть между... Мышление же отражает мир. Значит, оно... То, что в мире есть, и в мышлении есть тоже, есть общее. А если нет общего, тогда не отражает мышление мир. А мы с вами к природе принадлежим? Не знаю, какой я лично принадлежу. Но судя по тому, что у вас тут, так сказать, есть что выпить, но мало что, чем есть закусить, то это вы принадлежите тоже к природе. Вот. То есть вот чем занимается философия. Поэтому она кому нужна? Всем она нужна. Почему? Потому что всеобщее есть во всем. И в чем смысл изучения философии? Смысл изучения философии в том, что она помогает людям любой специальности. Потому что какая бы ни была специальность, вы всегда имеете дело не только с конкретным и единичным, но это единичное всегда, оно и особенное, и всеобщее. И поэтому оно подчиняется всеобщим законам. Поэтому вы можете сделать конкретные ошибки, как музеологи, но вы можете сделать большие философские ошибки, которые могут сделать и не музеологи. И, так сказать, это более страшные ошибки, более сильные ошибки. Потому что вот мы, наверное, уже видели, мы сегодня брали такие понятия, которые, ну, как бы все должны знать. Но я, и вы сами видите, и я это знаю, что, как правило, не знаю. То есть уровень философского такого и стихийного образования близок к нулю.
Потому что эти вот понятия, это предполагает тоже долгий путь развития философии в течение 2000 лет. На этом мы первое сегодня занятие заканчиваем, перерыв.